Лев Лазарева чуть не умерла от того, что вы увидели свет, и он затмил ваше сознание. Руку давай. Если я так напишу в отчете, это сильно повлияет на ваше будущее в космическом отряде. Может быть, это были ангелы? Шутите? Я хочу, чтобы ты вернулся к жизни на Земле. Я пытаюсь. Теперь уже новая модификация этой станции, Салют-7, успешно работает на околоземной орбите. Без экипажа космонавтов. Странно как-то, что они вдруг про техническое состояние Салюта заговорили. Там что-то случилось. Мы потеряли связь со станцией, не понимаем, что с ней произошло. Хотим, чтобы ты на Салют полетел. А командир кто? Если бы тебе пришлось полететь. Там все сложно. Мне подходит. В космосе каждый грамм на вес золота. Меньше еды, воды, меньше кислорода. И меньше жертв будет, если что, да? Открыл люк. Давление в норме. Витя! Отстыковывай корабль нахрен! Ну да, их возвращать, черт возьми. Станция подачи кислорода сгорела. Дышать нечем. Значит, будем сбивать станцию до того, как к ней подлетят американцы. Вы вообще помните, что там два наших космонавта? Уже никто не вернется домой. Ты понимаешь? До схода солнца можно успеть. Пап, привет. А ты скоро вернешься?